Я завела правило почти под все супчики делать домашние греенки. Мне и моей семье очень нравится хрустящий вкус на контрасте с горячим бульоном, одновременно вкусно, просто, сытно и полезно. При простуде есть такое блюдо просто необходимо, наверное, все в детстве, когда температурили, съедали пару его ложечек, вам будет полезно узнать, как приготовить греенки с куриным бульоном, именно с хрустящим чесночным хлебом вкус бульона заиграет по-новому, а сам он готовится очень легко. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. От курицы лучше выбрать крылья или ножки, опалите эти части, залейте водой в кастрюле, добавьте соль, варите бульон в течение 1.5 часа. Также добавьте в воду перец, очищенную морковь с луком и лавровый лист. Хлеб нарежьте кубиками в 1 см. Почистите и раздавите чеснок. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. На разогретом масле обжарьте хлеб до золотистой корочки, постоянно переворачивая. В конце добавьте чеснок и перемешайте. Бульон процедите, подавайте его с молотым перцем, зеленью и гренками. Приятного аппетита! Жду ваших лайков и комментариев. Такие продукты будут нужны. Курица, 400 грамм. Хлеб черствый, 200 грамм. Морковь, 0,5 штуки. Репчатый лук, 1 штука. Лавровый лист, 3 штуки. Черный перец горошком, 10 штук. Душистый перец горошком, 2 штуки. Чеснок, 3 зубчика. Растительное масло, 2 столовые ложки. Соль, по вкусу. Вода, 1,5 литра. Зелень, по вкусу. Черный молотый перец, по вкусу. Количество порций, 4-6. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Заходите на канал снова, котятки.